все-таки есть надежда, что однажды он усядется удобно. Нет, надежды нет. Катя Литвей. Так, господа. Кого не видели, с кем не здоровались еще, добрый вечер. Сегодня как здорово, что все мы здесь собрались. Почему? А почему, а кто знает? Так, нет, призы не разыгрываются, руки не поднимаются, всем пять сразу, а причину все-таки мне назовите. Юбилей! Какой юбилей? Дома ресторана! Кому так нет? Ресторана! Ресторана Рудачки! И поэтому мы предлагаем вам сегодня с нами окунуться в мир рока, окунуться в мир металла. Кушайте, пейте за наше здоровье, процветание и прочие хорошие вещи. Ура! Ну и начнем, конечно, с традиционного нашего трек-листа. Азарт. Thank you.
что сегодня этот праздник вы разделяете с нами. Это огромная радость для нас, это огромное счастье, когда есть те, кто приходят с целью поздравить, приходят с целью, главное, послушать. А вот это было лишнее. Господа, не стойте в дверях. В ногах, правда, нет, проходите, присаживайтесь. Какие послушные. У нас сегодня праздник, мы рады вас видеть. Присаживайтесь, устраивайтесь поудобнее, празднуйте вместе с нами. Берите в группу, реставратор! Отлично. Могу заметить, что на самом деле в этой группе самый такой ее коренной, ее основатель, ее глава, ее отец. И мать, да? Станиславушка. Станислав Величко, у него нет клички, но это пока. Более юный ее участник, скажем так. Ну да, на самого юного он точно не смахивает, но более-менее юный. Это Андрей Щербаченко, он же Дэс, он же Бас. Вот. Еще юнее, какое слово интересное. Скал. Барабанщик. Пульс. Ритм. Нет. И вечно ломающиеся или падающие, но просто с грандиознейшим успехом на лету подпирающиеся палочки. Это все наш великий барабанщик. Роман Лангин, да. Самый юный член команды, на вид, наверное, тоже. Саня, черный кот. Пока. Ну как, поехали, если надо разговаривать, у нас юбилей. Ладно. Все упирается в время. Итак, следующая песня, кавер на песню «Легион». Поехали. Может, ты на
на MTV. Ладно, хорошо. Что у нас дальше? А дальше у нас... В игре. Это хитрость. Это хитрость. Так. Ну что, играем, значит. А, подождите, секунду, дай объявить песню. Эту песню написал Стас. Эту песню написал Стас. И эта песня повествует о человеке, который променял мир реальности на мир игры, погрузился в нее полностью. Это на самом деле острая социальная проблема на данный момент. Поэтому и песня достаточно глубокая и достаточно она болючая. Для меня некоторых, может быть. В игре. Thank you.
группой собрался. Так что, конечно, еще. Дальше песня. Ага. Тоже, конечно же, наверное, вы ее все знаете. Песня называется «Я же хотел». Да, 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 это она. Вот, так что мы же хотим вам донести какую-то радость. Я же хотела. Следующая
Следующая песня очень жизнеутверждающая. Можно сказать, такой небольшой авторский гимн земли. Так. Петь. Вы представляете?
ясно. Он лучше всех семьи. Так. О, отлично. Следующая песня, одна из моих любимых. Очень лирического склада песня. Вот. О человеке, который другой. Кодовое название этой песни у нас, скажем так, на нашей кухне. Это тот, который не тот. А вообще песня называется «Другой». Ну, понятно, да, логическая связь, где-то там что-то. Медленный танец. Так что, ну, вы знаете, что делать. А то вы все сидите непонятно почему-то, постоите и уходите куда-то. А так что, кстати, ай-ля-ля, то это ничего не делает. Другой. Yeah.
А что сидим? Ай-яй-яй. Не извиняюсь. Ну, давай. Так. Заводи, давай. Что? Заводи. Шарман, где лежал? Нет, так надо было в предыдущей песне что-то делать. Не заслушай. Что у вас, что вы хотите? Может, не надо? Узнаем песню. Bye.
Спасибо большое. А вот это было круто. Так. Следующая песня, придуманная Стасом. Я в который раз задаю отсылку к книге, которой он вдохновился. 12-й войн. 12-й войн. Читаем, вникаем, вдохновляемся, внимаем. Секунду, надо подышать. Викинг. Ah!
готовиться уже потихоньку. Еще на две, а потом... Итак, следующая наша песня – это «Ода отцам металла». Дэс обычно их перечисляет в эти моменты. Вытащи. Вот так вот. Ну, вы и сами знаете, в общем, это вот так с тобой. Итак. Рок-герои. Очень просто. Слушаем.
свой банк, там на лимузин. Таких друзей больше нет. И на сильной при свечах он танцевал со мной. Но зато я все на глаза, только в скотке ребята из иного мира. Ими их дети иных миров. Мы их приглашаем, мы их представляем. Они замечательные, слушайте, внимайте, наслаждайтесь. Ура! Всем привет, по группе «Дети иных миров».
Я прошу прощения, микрофон просто громкий, и я сам по себе громкий. Вот, поэтому, да, его стоит опустить немножко. Итак, дорогие друзья, как вы поняли, мы группа Детейных Миров. Мы приехали сюда, сегодня к вам, в город Бахмут, для того, чтобы поздравить наших друзей, группу Реставратор, с юбилеем. Ребятам 5 лет. С города Константиновки откуда? Вот, на самом деле, ну что, рок-н-ролл в любом случае жив. Сейчас мы немножко поднастроимся и подарим вам праздник, разделим с вами торжество. И людям, которые здесь сегодня пришли, тоже подарим праздник, собственно. Не стесняйтесь, выходите, танцуйте, дурачьтесь. Первая песня — это наша авторская песня нашей группы, она называется «Вампир». Начнем.
следующая песня называется «Вместо правды». Следующая песня
Называется «Крылатый волк» или «Дитя Симаргва». Под следующую песню можете даже поколбаситься, попрыгать, как это делали мы с Андрюхой. Вот, в общем-то. Следующая песня — это кавер на одного чувака, гитариста группы ДДТ, она называется «Харакири». Может, кто слышал?
Thank you.
пускай ребятки отдохнут. Им тоже жарко, как и всем здесь. Я надеюсь, мы греем своим теплом вас всех здесь присутствующих. Следующая песня — это кавер на группу Люмон, она называется «Гореть». Спасибо.
Итак, продолжим. Блуждают тени. Песня, там такие слова были. В заросшем парке стоит старинный дом, забитые окна, и мрак царит из вечного. Заросшем парке стоит
следующая песня? Незабываемый, незабываемый шлягер. Это «Мама анархия». Даже так, да. Прекрасным друзьям мы приготовили еще один сюрприз. Я думаю, его не стоит представлять. Мы сейчас начнем играть, вы поймете, что все поймете. Я надеюсь, все присутствующие здесь поймут, что сейчас будет за песня. По первым словам. Заводи. Слышу голос из прекрасного далека. Голос внутри. Слышу голос и манящая дорога. Кружит голову, как песня карусель. Прекрасная далека, не будь ко мне жестока. Не будь ко мне жестока, жестока не будь. От чистого истока. Прекрасная далека.
Ни байкеров, ни участников группы.
И сегодня мы это очень хорошо продемонстрируем. Итак, один из вечных вокалист группы «Реставратор» Владимир Перепелица. Микрофону, пожалуйста.
А сейчас я хочу пригласить еще одного вечного участника команды. Наш бессмертный второй гитарист Антон Скороблагатько. Он надеялся от нас сбежать, но у него не вышло. Ура! Гип-гип! А пока Антон носится, мне надо с вами говорить. О чем мне с вами говорить? Надо еще подумать. О чем вы хотите поговорить? Ай! Антон, ты быстро ставишься? А, он быстро ставится. Да, я объявляю следующую песню. Она имеет мистический корень. Это также песня авторской группы. Это песня о борьбе противоположностей. Это песня о бессмертных духах. Антон, ты готов? Антон не готов. А что мне еще говорить? Это песня о бессмертии. О чем еще эта песня? О добре и зле, о темном и светлом. А часики-то тикают. Ждем. Может, кто-то что-то хочет сказать? Итак, квест. Кто первый придумает поздравление для группы реставратор? Все все-таки не смелые. Подходим, поздравляем группу незамедлительно, иначе мы все расстроимся. Катерина, встаем. Пару слов. Анна, Наталья. Девушка Варина, да ну что ж такое? Вы пару слов скажите. О, а что вы сделаете? А, да что ж такое? А ну, о, отлично. Добрый вечер, дорогие друзья. Я тоже музыкант, о группе реставраторов я услышал совсем недавно. Я поздравляю их с юбилеем сегодня, первая такая дата, 5 лет трудовая. Я желаю только творческого продвижения, роста вверх, это всегда, это должно быть по-любому, потому что я услышал, как играют эти люди. То есть я желаю только удачи и вот именно в карьере, именно роста. Желаю взаимопонимания между музыкантами, потому что я знаю, что у нас, допустим, за 4 месяца сменилось 7 басистов, потому что мы не находили общий язык, то есть человек не хотел играть, как говорили ему, что нужно было делать, он был импровизатором, сказал, я все сделаю сам. А выходили на первой песне, начинали косячить, и это не в тему все было. Поэтому я желаю музыкантам взаимопонимания, это самое главное. Ну и, соответственно, карьерного роста. Спасибо. Спасибо вам. Большое спасибо. Это очень ценно. Еще хотят сказать? Добрый вечер всем. Меня зовут Виталий, прозвище Ямбов. Сам с Бахмута с рождения. Вот. Хочу сказать насчет групп, которые у нас есть. Группа особенно «Реставратор». Вот. Вообще обалденная группа. И они вдохновляют перемещаться, то есть с любой музыки, например, шансона, они перемещают меня вообще в идеальное вещество, которое позволено. Вот. И самое главное, я желаю им, чтобы выдвигались вверх постоянно. По каждой ступеньке, 5 ступеней не прошли, пусть поднимется еще. Самое главное, чтобы была бесконечность. Ой, спасибо за такое теплое поздравление. Ну что ж, а наш Антон наконец-то готов. Ангел. Thank you.
рахунок. Добрый вечер, друзья! Я рад сегодня выступать с этой замечательной группой, с группой «Реставратор», но, к сожалению, мне пришлось с ней уйти. И сегодня я поздравляю с этим юбилеем, пятилетием этих замечательных ребят. Давайте поздравим вместе, давайте! Так что, пожалуйста, не сидим на местах.
Вас же уже гораздо больше в зале. Вы знаете, что делать? Так делайте же, черт возьми. Праведник. Thank you.
Так, ну а после медленных песен он пить хочет. Так, а я хочу тоже. Подорочилась я, конечно. Нет. На сегодняшний день это мой оберег. Итак, тихо. Подожди. Песня, написанная Стасом, вдохновленный он был книгой. Цусима. Книга называется «Цусима». Стас вам ее рекомендует. Это песня о битве на море. Итак, «Звезда Техноверк!» «Морской бой». Yeah.
большое. Как вы могли заметить, это исторического склада песни. Действительно, в исторических событиях в наше время очень понятна вся глубина этой песни. А следующая песня... Итак, это песня, с которой началось творчество группы «Реставратор». Это тот самый дебют, проба пера, можно сказать, в деле рок-музыкантов. Меня, к сожалению, в этот момент не было. Нет, я родилась уже, даже в этом городе меня еще не было. Песня посвящается тем, кто отдал свою жизнь за вечный путь. Песня посвящается байкерам. Она имеет некоторое сходство моральное с песней «Герой асфальта». Песня называется «Дух свободы». Thank you.
Огромное спасибо, друзья. Итак. Хочу такую небольшую изюминкую новость сказать. Про этого человека можно сказать, что это не изюминка, а компот. Так вот, нашему скалу теперь не придется в поисках поддержки и опоры любящих глаз смотреть куда-то в зал. Теперь ему будет достаточно просто повернуть свою головку направо. Почему? А потому что там у нас теперь сидит незламненная Катерина, она у нас теперь клавишник. И я в который раз говорю о том, что теперь спутница не только повелителя барабанных установок, а теперь еще и спутница всей команды, а теперь еще и ее полноправный член Катерина Коваль. Вы видите эту заботу? Вы видите эту заботу? У Катерины сегодня дебют. Катерины сегодня дебют в группе. Да. Поэтому ее можно поставить отдельно. Она, конечно же, еще немного нервничает. Она, конечно же, еще не совсем свыклась с ролью клавишницы. Да и у группы-то совершенно новый оттенок приобретается. Я бы даже сказала несколько оттенков, посмотрите. Вот. Но дайте же человеку настроиться. Мы тоже все хотим слышать эту изюминку. Thank you.
Катерина с дебютом. Кстати, очень символично, хочу еще одну такую фишку заметить, очень вкусную. Еще задолго до появления Катерины в группе, Роман и Катя все время говорили о том, что сон – это их песня, их любимая песня. И поэтому очень символично, что именно с нее началась творческая деятельность Катерины в группе. Да, Катерина? Да, Роман? После этого надо вытерпеть. Итак, а сейчас песня, которую... Итак, очень надеюсь, что эту песню многие из вас узнают, а если не узнают, то вам небольшая наводочка, потрясающая группа «Мельница». Так что, надеюсь, узнаете. В любом случае, название будет понятно. Итак, начинаем. Позднее Рождество.
Следующая песня одна из моих любимых. Ну, кстати, как она с клавишами? Ну, кто-нибудь. Как это с клавишами? Конечно, с клавишами класс. Это да мощь, офигенно. Это мощь, это объем, конечно. Слышишь, она... Все.